Пацаны, в новом году все. Будем считать. 10. 10 секунд. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, и... Все. О, ебать! Так, я прям на него... Что происходит? Я на него смотрю. Я тоже на него смотрю. Эй, уебище! Я думаю, что ты сказал? Мы пока не летим. Пока, все, это... Это знак предупреждения, что у нас игра сейчас вылетит, смотрите, пацаны. Да-да-да. Бля... А, подожди, там восклицательный знак. Смотри, а, там да, мигает. Да, 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 да. Ошибка, ошибка. Блядь. Ошибка, да, ошибка. Ошибка, ивент опять не запустил. Нет, это такой большой рофл будет. Просто троллинг над нами, если, значит, реально не запустится. Куда, куда, куда? Слава богу. О, смотрел. О, он двигается. Ничего себе, он здоровый. Пиздец. Что ты смотришь? Что-то это наша планета себе, нахуй! Не, на другую планету иди, к нам не надо, к нам не надо! Ты промахнулся! Я вообще с другой вселенной, я Бэтмен, блядь, нахуй! Нифига себе! Ты посмотри, как он здоровый! Да? Пиздец! Офигеть! Он что сказал? Он сказал «Ассалам алейкум!» Он нас сожрёт. Нифига себе! А что он такой гигант? Ты посмотри! Так он гигант! Так он, да, он большой, бля, он очень большой размера. Он же вот сначала маленький. Он еще больше это далеко, это потому что далеко, он же огроменный, а, пиздец. Нет. Он на российский поел, бля, и вырос. Страшно. Бля, на глаза смотри. Да, ты смотри, на глаза, да. На правый глаз чисто. Я же бочку задираю свой. Да. Я в реальной жизни вот так братан, голову задираю. Братан, стой. Все, ближе не подходи. Давай побазарим нормально. Вот. Съебись просто и все. Офигеть, он здоровый! Вы на руки посмотрите! Костюмчик красный, да! Он как будто наша планета просто на руках, а вот и руки! Ебать! Капец! Братан, не надо! А что мы сделали? Нитрочабрь кончился, пацаны, погнали! А что у него значок Теслы на ее башке? О! Он что-то говорит нам! Злится что-то, походу! А чё у него голос? Чё, берегитесь? Я голоден. Как пизда карца, пизда карца. Воу! Не, братан, подожди. Не надо! Надо пизды дать ему, если ты голоден, нахуй. Слышь, у меня пицца внизу есть, дай. Сейчас что-то, пацаны, страшное произойдет, отвечаю. Тихо, ебать. Подожди, он нас сейчас метнет как крошки, мне кажется. Пожалуйста, откинь нас на первую карту, если умоляю, нахуй. Смотри! Смотри! Ебать! Ебать, он самолет сломал, нахуй! Офигеть! Ебать, я плюху засадил. Ты чё, летяги? Смотри, самолет работает! О! Чё? Что? А чё, тебе чё? У вас тоже с камерой? О, серьезный человек! Кажется, тебе пригодится реактивный ранец. Так дай, блядь, его! Спасибо! А нормально, что я и так играл за железного человека? Типа, и он даже ко мне прилетел. Сможешь помочь? Да поможем. Давай, а мы сейчас Сиву, может, атаковать будем? Ну, мне кажется, да, но только... Он меня не атаковать хочет! Руку убери! Спокойно! Жи, что он там делает? Он нулевую точку засёт! Смотри, что делаю! Тоже нулевая точка? Да! Ебать! Минус наша точечка. Ему нельзя дать! А как мы сделаем? В натуре нулевая точка! Он добрался до эпицентра, так датчики энергии зашкаливаются. Да тут пиздец, блядь, я тебе скажу. О-о-о! Блин, чё вообще происходит? Хавай, пожалуйста. Блядь, нет, серьёзно, опять? Если вся карта исчезнет, то это вообще бред. Если Галактус продолжит поглощать эпицентр... Да пусть поглощает, поебал! Мир исчезнет, пацаны! Подожди, не-не-не, мы сейчас опять бабочками станем, вот этими приколами. Ты же умеешь водить боевой автобус, а? Конечно! Ебать! О! Не-не-не-не-не, засасывай, пацаны! Знакомая картина! Поехали! Это мы проходили. Сейчас от первого лица подожди. Снова какая-нибудь кассена будет. Опа, подожди. От первого лица, реально, смотри! Ебать, я в автобусе! Я, смотрите, сколько автобусов! Реально, смотри! Охуеть! Сейчас будем его бомбить, пацаны! Охуеть! Железный, здорово! Здорово, братан! Да, я тут кое-что поменял в вашем мире. Нихуя! Пустяки. Потом еще... Пустяки, блядь! Сначала я сломал вашу временную петлю.
Потом сделал пару миллиардов боевых автобусов. Превратил в мощные бомбы. Мы что, как террористы сейчас взрываться туда едем? Как можно больше автобусов до того, как он покончит с эпицентром. Мы с собой должны покончить, что ли, получается? Точно, железный человек. Камикадзе, короче. О, он что-то там делает. Он там что-то руками размахивает. Или это крылья? А, он дроном запустил, смотрите. У нас будет повод опробовать лазерные пушки. О, давай. Подожди, мы сейчас реально будем? Гасим его! Гасим его! Здоровяку лазеры нипочем, но с дронами они два счета. Все, я понял, надо стрелять по дронам. Стреляем по дронам, пацаны. Ебать! Офигеть! Второй есть? Да, пацаны, 4 дрона, 4 дрона. Не-не-не-не-не, нормально. Все, найс. Сосредоточься и старайся. Блядь! Это что вообще такое, пацаны? Блять, тут автобус мешается! Да, у меня тоже есть такая... Тихо, спокойно! Кого-то взорвали уже! Блин, а если, смотри, если тебя взрывают, ты с ивента выкидываешься, прикинь? Нормально. Пробираемся ближе! Какую тучу дронов! Ааа, мне больно! Нормально? Нет, стой! Он прям рукой надо мной провел сейчас! Да. А, у нас бомба, там надо же в него вгибаться. Надо аккуратнее, пацаны, передвигаться в любом случае. У нас бомба в автобусе. Сколько их тут? Ну идут дофига дронов, пацаны, зафиги еще просто. Бля, там автобусы просто взрываются один за другим. Да, уже взорвался один прям передо мной. О, ебать! Бля, там со мной все взрывается. Они гонят столько дронов. Ебать! А что он делает? О, я лечу на него, походу. А что он делает? Как красиво, ужасно. Не, я пока нормально, кстати. Да, я тоже. Не, меня, кстати, по-моему, только один раз попали. Так, а как мы его отличаем? Что? А что сделать? Так, без паники, похоже, он тебя заметил. А, без паники, да. Без паники. О, здорово! Братан, здорово! Ускорение! Так, что нам делать надо? У меня мурашки по коже пошли, пацаны, от такого! Спокойно! Пацаны, война, мы на войне с вами, будьте аккуратнее! Мы управляем. Я убрался там отсюда! Блин, еще музыка Тони Старка играет, пацаны! Это очень круто! Бля, это урод ебаный! Как же это клево! Я теперь понимаю, почему обнову так много весело. Левелы вообще жесткие. Блин, это очень круто. Так, подожди, а как мне не ударяться в... А, я понял, там надо облетать их влево. Блядь! А, там надо облетать просто эти штуки. Не, там не облетишь, оно не дает тебе мышки. Вообще никак. Вообще никак. Не, мышки, можно, я облетаю. А, да! Ебать! Я взрываюсь этих дронов. Блин, очень круто. Да. Ебать. С бакенбардами, это же... Подожди, это он про кого? Раскладывай. Ебать! Нихуя! Да, у меня же автобус такой. Ну, а мы игра в космосе успели оказаться вообще, пацаны. А Галактус же с космоса на нас смотрит. Офигеть. У меня просто мурашки по коже идут. Мы в рот летим? Давай, хавай меня, сука! Что? Вот бомбы что ли делать? Пора выбираться оттуда. В смысле? Опа, все летят. Летят. Ебать, вы посмотрите реально, сколько народу. Охуеть, слева шторм и груд! А, да! Да! Погнали, пацаны, вперед! Все, ебать, как сверчки нахуй. Да. Мне кажется, сейчас война продолжится внутри этого Галактуса. Или... Да ладно. Все, наелся и спит, блядь. Невозможно. А, я лечу в космосе-то, да, блядь! Да. А, кто ты реально будет? Вот, что с ним? Ух, ебать! Да ладно, мы его победили! Да. Все, как-то просто даже не почувствовал. Ебать! Все, погиб? А чё он проломал? Разлом огромный. Подожди, а может мы сейчас туда и полетим, сейчас или сейчас черная дыра будет? Ебать! И сейчас хуяк заканчивается, и мы ждем 4 дня. Да. О!
Подожди. Что-то у меня какая-то рябь. У меня будильник звонит. Оо, что это? Что? А, что это Джонси, Джонси, Джонси. Да-да-да, это он. Это он? Это тот офис. А, реально, да-да-да-да-да-да. Это тот офис. Доброе утро. Типа, это сам был? Подключение. Подключение. Все, сейчас, мне кажется, я ФК-картиночка и мне будет. Кажется, его вырубило нахуй. Подожди, может быть, сейчас нужно снова будет цифры какие-нибудь вылавливать, как было с черной дырой, типа, или что? Ура, мы... ФК-стрим на 5 часов, бля. Блин, ну это было очень круто, я не знаю. Это охуительно, да. Реально. Блин, почему она такой короткая? Все, что хорошо, все. Так, ты думаешь коротко. Мы 10 минут, чтобы ты понимал, Вен. Ну, да, был, я знаю, что это было 10 минут, и эти 10 минут пролетели просто очень быстро. Да. Ну это классно. Блин, ну это было очень круто. Ну я даже не знаю теперь. Все-таки. А! Аж серьезно? У тебя что? Продолжение следует в 5-м сезоне. Да, все, значит. Все, Fortnite, 5-й сезон. До начала. У меня через 7 часов 40 минут новый сезон, пацаны. А, то есть мы с утра узнаем только. Да. Ебать! Нормально, нормально. Ивент был крутой. Я бы даже сказал, это было лучше, чем было выступление Трэвиса Скотта. Так что. Ну, кстати, вот да, мне тяжело типа сравнить, но да, охуенно. Это было очень круто. Это было очень круто. Не знаю, у меня просто. Сойди на карту, так и не могу. Мурашки просто вот только так по КД шли с этого, конечно же. Очень круто. Бля, что, получается, сегодня сезон? Да, все, сегодня новый сезон в Fortnite. Бля, да. Еще... добрый день. Сука, надо спать. Кстати, я тоже об этом подумал. Точно. Брат, разбудишь меня? Бля, так ты думаешь, я проснусь?